Приветствую вас, друзья! Вы на канале Трубадур Микс. Сегодня по вашим просьбам мы с вами разберем канал «Цены нет». В этом видео увидите обзор на этот канал, а также расчет приблизительного дохода с монетизацией на YouTube. Приятного просмотра! Кратко канал рассказывает о себе. Всем привет, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на нашем новом экспресс-канале. Только здесь вы сможете увидеть наши самые новые и самые свежие ролики. Наш основной канал – артисты. Ранее на моем канале уже выходил обзор на канал артисты. Ссылку на оба канала и обзоры можете найти в описании. Видео на канале выходит довольно часто, иногда несколько раз в день. На канале 6380 подписчиков. Последний ролик был загружен 17 часов назад. Самый первый ролик на канале появился 1 год назад. Он называется «Наши запасы продуктов впрок». Ролик набрал 2200 просмотров. Самый популярный ролик на канале появился 9 месяцев назад. Что случилось с Соней? Он набрал 15 тысяч просмотров. На втором месте ролик, который появился 9 месяцев назад, Сони с нами больше нет. Ролик набрал 12 тысяч просмотров. И на третьем месте ролик, который появился 11 месяцев назад, «Железный порт 2020. Цены на курорте». Этот ролик набрал 12 тысяч просмотров. А теперь давайте воспользуемся сайтом Social Blade и посмотрим более подробную статистику. Social Blade – это публичный сайт, и каждый из вас может им воспользоваться и посмотреть информацию о любом канале. По данной статистике мы видим, что суммарное количество видео – 331, количество подписчиков – 6380, суммарное количество просмотров – 1 529 000. Страна регистрации канала – Украина. Дата регистрации канала – 20 марта 2020 года. Категория канала – Б. Это средняя категория. За последние 30 дней на канал подписалось 360 зрителей, что на 21% меньше предыдущего периода. Контент посмотрели 258 тысяч раз, что на 15% больше предыдущего периода. Давайте посмотрим ежедневную статистику по подписчикам. За последние 2 дня от канала отписалось 20 зрителей. Ежедневно на канал подписывалось 12 человек, а еженедельно 84 человека. Графики с аналитикой канала можно наблюдать с июля 2020 года. На канале было не так много просмотров, но за последние пару месяцев просмотры возросли до 200 тысяч. Максимальное количество подписчиков было в марте этого года и в июле 2020 года – 720 подписчиков. Давайте заглянем в прогнозы для этого канала. И по мнению Social Blade, при условии, что канал будет развиваться такими же темпами, то через год на канале будет 27 300 подписчиков и более 10 миллионов просмотров. А через 5 лет количество подписчиков достигнет более 412 тысяч, а просмотров будет более 182 миллионов. Неплохие прогнозы, пожелаем каналу добиться таких результатов как можно быстрее. Перейдем к финансовой части и рассчитаем приблизительный доход канала с монетизацией на YouTube. Делаем мы это не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а для того, чтобы понять, как развивался данный канал и каким результатом он пришел за 1 год работы. Ежемесячный доход составляет от 65 до 1000 долларов, в зависимости от того, в какой стране этот контент просматривали. Давайте воспользуемся калькулятором сервиса WattStat. Для этого скопируем количество просмотров за последние 30 дней. Итак, расчетный доход составляет от 85 до 106 долларов. Возьмем максимальную цифру и посчитаем, сколько это будет в рублях по сегодняшнему курсу доллара. Приблизительная сумма дохода составляет 7764 рубля. В заключение воспользуемся сайтом «Узнать бабло» и посмотрим, сколько, по мнению нейросети, в среднем по YouTube с даты создания канала по сегодняшнему курсу доллара с включенной монетизацией заработал бы канал. Результат канала «Цены нет» – 91 тысяча рублей. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Пока!